А в Эйве, вот только что, буквально 5 минут назад, вышел новый тизер Unveil Stray Kids. И по обложке нас ждет нечто красивое, лирическое и нежное. Трек Beautiful. Опять какая-то игра слов. Поэтому я предлагаю не задерживаться, а сразу же переходить к просмотру. А раскрывайся. Вставляем качество и поехали. I know the feeling too. I've been inside the dark. I've never been so empty, hopeless. But no, it isn't true. Cause know that all the stars are by your side. You know, whenever there's a chance, I'll tell you that you're amazing as you are. Cause when you give me a glance, I'm sure that I see what's in your eyes. Так, сейчас мы его еще раз пересмотрим. Ну, окей. Видимо, на каждом альбоме должен быть трек, который максимально вот такой вот про... ну, красивый. У них что на Noisy был, какой-то микстейп, что-то там. И вот, да. Ну, вокально. Ну, камон, вокально, как всегда, все красиво. Эти такие их верха такие нежные, прям аккуратненькие-аккуратненькие. Красиво. Ну, визуальный ряд, мое почтение. Там, где были планеты, это просто отвал всего. Это слишком красиво. Скорее всего, на него клипа не будет, как мне кажется. Хотя, если это такой, в таком вот нарисованном стиле, почему бы и нет? Наверное, было бы красиво. А вот на концертах, вот на концертах он будет залетать просто как родной. Появеть, как всегда. Так вот, скорее даже заканчивать в конце, чтобы прям вот попрощаться, выдавить максимально слезу. Да. Там текст, я смотрю, тоже такой. Осталось понять, а это как-то вообще к стей относится? Нет ли какого посыла здесь? Ну-ка, давайте еще раз. Потому что музыкально, вот припев классный, там такая легкая гитарка залетает. Вот там сочненько. Ну ладно, еще. Это вот такой визуальный ряд. Это, кто знает, на Ютубе есть лоу-фай, типа радио. 10 девочка, там что-то вечно что-то пишет, учится. Это вот в таком вот в похожем стиле нарисовано. Аккуратненько, так чистенько. И вот, кстати, да, я сразу внимание обратил. Падающие кометы. Опять же, можно поспекулировать. А не отсылочка ли это на их трек Scars? Там же тоже были. В конце падали лучи света. Возможно, были не лучи света. Или я же что-то путаю? Ну а что если? Вот опять тут строчка Феликса, он своим этим бархатным тембром так хорошо сделал. Don't you ever tell yourself that you're not enough. I am sorry.
трек будет красивый. Но меня не покидает чувство вот этого вот момента. Сейчас попробую быстренько перевести, что уже здесь написано. Потому что, может, нам как-то подраскроется немножечко больше. Так, переводчик, давай-ка по берегу. Раз, два. Открой для себя новые планеты, свободно путешествующие с орбиты. Нет, там никакого скрытого послания нету. Ну да, ну да. Не, в целом, трек будет красивый. То есть по настроению уже будут более такие бодрые треки, будут более лирические. И как мне кажется, на с анвейлами все. Дальше уже будет, осталось только там 2 недели, буквально полторы. Сейчас уже будет примерно прогрев тизерами и всем этим вот промо-фотками. А с анвейлами все, поэтому, как мне кажется, будет на топ-лайн, будет на... Боже, я уже забыл. Короче, на третий микс, на третий анвейл, четвертый и первый, скорее всего. Будут такие... А, нет, стоп. Хотя, возможно, не выпустят и 4 клипа, а не 3, как обычно. Чем больше, тем лучше. Вот. В целом, я доволен. Я уже в ожидании. Все предзаказано, все ожидается. Поэтому ждем. Ждем и плачем. Как-то так.